Все, Гриша линейка готов. Еще. Мы сейчас на линейку, да? Бабуля с дедулей будут с Афанасием. Приехали, Гриша. Я бы тоже хотел с бабулей с дедулей. Да? Да, так, мы... все, мы приехали. Пошли. Хочется себе такую собаку, но только... Спасибо. Праздники придут, праздник последнего звонка, и чувство нить уже тонка. Мы ждем выпускников, героев наших. 17 приглашаются 9 А-класс. Учитель начальных классов Молчанова Елена Николаевна и классный руководитель Ожегина Таисия Владимировна. В классе очаровательные и милые девушки, неисправимые оптимисты юноши. Калиперов Анатолий, Рожков Валентин, Шашков Алёна, победитель уедет в соревнованиях. Ничего не видно, но дождь закончился. Но, видимо, нулевая. Как раньше с места отправляли. А давай ты мне будешь подкидывать. А Гриша даже вообще ничего не видно. Он так обрадовался, что он на первом ряду сел. Сейчас как бы ему очень странно смотреть линейку. А что нужно? Не знаю. Дети пусть мечтают яркими мечтами сказочных цветов. Но вы сегодня, став выпускниками, отпускаете в небо фейерверк шаров. Сейчас я знаю, и сама я знаю.
Спасибо. Зайчик, а теперь рисуй. Себя вел, расскажи. Получается у тебя? А удар, давай удар. Давай. Не, ну в голову нельзя бить, сына. Руками тем более. Голову только ногами можно бить. Такое хорошее карате. На, давай попробуем. На, лови. Ты. Ну как он себя вел, Табашка, хорошо? Да прекрасно. Ничего. Так и на улицу ты ходила, Фан? Ходи, он с дедушкой, что, убрали гаражи, расскажи. Да? Ну, дожди, так, сейчас я уже разогреваю обед. Будем обедать все, что осталось после вчерашнего. Еще кушай, кушай. Я уже разогреваю. Там у нас немножко пюре осталось, немножко рулета с яйцом. И родня нам еще положила с дня рождения. Чуть-чуть там шашлычка, крылышки. И, в общем, еще мы сегодня с Григорием посылку забрали. Привет. Привет, да. Что ты хотел сказать? Ты был с кем дома? Рядом. Да, ножки опускай, сядь хорошо. Давай кушать, да? Такую вот потрясающую посылку мы забрали вообще. Потом покажу поподробнее. Вот, все, вот тут. Давай стульчик поверну. В общем, у нас 5 часов. Сейчас мы с Афанасием будем готовить... Почти 5, без 15:05. Готовим салатик со свежей, с молодой капусточкой. Она уже по 25 рублей, кстати. Огурцы по 75. Купила, и были еще какие-то по 90. Но... Да, Афаня сейчас порежет нам огурчики, да, сыночек? Да. Вот такой салатик у нас получается с укропчиком. Что? Аллопарк там. Парк? Ты ездил в парк? Нет, а потом парк. Потом поедем, да? Так.
когда потеплеет, потому что у нас до сих пор идет дождь, да? Целый день дождь идет. Обалдеть, да? Так, в общем, у нас уже почти 11 часов, представляете? Все пошли спать. Блин, сейчас я пульт найду, чтобы звук прикрутить. Не знаю. Все, нашла я пульт. В общем, рассказываю. Прошел последний звонок. В общем, завтра у Григория все. Это каникулы. Мы с ним договорились, что каждый день будем читать. Ну, это все в идеале, естественно. Выходные будут выходными, не знаю. Мне еще, кстати, хочется устроить выходные без компьютера. Потому что в обычные дни, когда все в садике и в школе, все-таки для них это некая такая, ну, мотивация, да, чтобы что-то сделать, чтобы поиграть в компьютер. Ну, не знаю, насколько я смогу им не давать по выходным. Вот. Что еще касается, что у нас был последний звонок на улице, а у другой школы, как раз в тот момент, когда у нас закончился, начался дождь, прям ливень, был в спортзале последний звонок. Вот на улице, конечно, было здорово, эти шары, было очень замечательно. Вот, сейчас уже садится батарейка, так что прощаюсь. Завтра обязательно покажу эти книги. Если честно, без ума от этих книг подробнее. Они вообще обалденные. Сейчас быстренько скажу вам. Алена Ларина, книги вообще супер. Про собак. Я так понимаю, что Алена писала о своих собаках. Причем здесь все написано от имени собак. С фотографиями и есть даже с красочными. То есть картинки очень красивые. Книги для всех получается. И для малышей, которые их могут просто смотреть. И для Григория, который может их читать. Ну и будет читать вот эти картинки. Боже, это что-то с чем-то очень красивое. Приятная такая глянцевая бумага. Хороший шрифт, посмотрите. Формат обалденный. Формат, то есть, не вот такой вот книги, когда мы привыкли вот так, а формат именно альбомный, да? Вот. Очень мне нравится. Все написано от имени собак. И это очень интересно. С Гришей мы уже пробовали сегодня читать. Вот эти картинки. Афонька тоже без ума. Грише сразу захотелось маленькую собачку. Иметь собаку – это счастье. Вот так вот. В общем, завтра начнем с Григорием читать. Начнем с этих книг. Как раз они пришли нам очень вовремя, потому что что-то же летом нужно читать. Не только то, что задано там по программе. Список литературы нам, кстати, дали вчера. Вчера, в понедельник на собрании. Вот, в общем, прощаюсь на сегодня. Завтра еще с вами поболтаем. Пока. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well, I ain't.